По генеральному плану развития Новороссийска, рассчитанного до 2000 года, его население увеличится почти в 1,5 раза. В соответствии с этим значительно вырастет и Приморский город. И уже сегодня, по новым проектам, здесь строятся благоустроенные жилые массивы, крупные торговые центры, культурно-бытовые и спортивные комплексы. Особенно большое строительство сейчас ведется на легендарной Малой Земле и в северо-западной части города. Меняет свой облик и центр Новороссийска. Каким же станет этот город через 20 лет? В соответствии с генеральным планом и проектом детальной планировки город изменит направление своего развития. Линейное размещение города вдоль обеих берегов Цемесской бухты будет заменено глубинным развитием. Вдоль главной городской магистрали разместятся новые жилые образования из жилых домов повышенного архитектурного качества с новой планировкой, высотные дома. В органическую ткань жилой застройки будут включены общественные центры городского масштаба. Завершает всю эту композицию в южном направлении города новое жилое образование со строящимся мемориальным комплексом героям Малой Земли.